Приветствую вас, дорогие зрители, у микрофона Григорий. Продолжаем играть в игру Inside, игра от авторов Limbo, знаменитого Limbo. Но эта игра превзошла даже Limbo. И если вы смотрели первую часть, то вам уже стало понятно, что она из себя представляет настоящему шедевр, который все сочетает и графическое решение, и смысловую нагрузку великолепную несет, и вообще общая концепция игры. Вроде как платформер, но с другой стороны это настоящее приключение, и мы идем не по какому-то, скажем так, такому миру, где все одинаковое, а тут каждая сцена отличается, и все продумано до мелочей. Взаимодействие героя с окружающей средой также впечатляет. Никаких одинаковых кнопок, постоянно какое-то разное, разные рычажки, там он как-то по-разному все это нажимает. А самое интересное, что мы ведем нашего героя, молодого человека, в непонятном мире. Я не знаю, что это за мир, то ли это какой-то постапокалипсис, где людей захватили и превратили в каких-то зомби, то ли это какой-то гигантский концлагерь, где всех угнетают. Совершенно непонятно. Вот сейчас за мной собака гонится. Здесь такая ловушка, которую я... которую можно вот только вот таким образом пройти. И, честно говоря, выбрались. Давайте, ладно, давайте сейчас. В общем, мы постоянно пытаемся убежать от какого-то преследования. Все нас преследуют. А то какие-то солдаты непонятно в чем, в каких-то масках. То эти собаки, то какие-то свиньи-мутанты. В общем, посмотрите первую серию, если вы не видели. А я продолжаю. Здесь вот ловушка, и, скажем так, загадка, которую можно также ловушкой назвать, построена именно вот на таком образе обмана вот этих собак. Надо с помощью забора обманывать их и пытаться разгородить нам вот эту баррикаду. Это все, последний разочек. Что было, когда сюда первый раз заходишь, думаешь, ну все, эти собаки с этой стороны забора, они берут, спокойно оббегают. Так, вот вам. Все. Ну что же, продолжаем. Можно сказать, даже выживание в этом мире. Так, аккуратно подходим к этой лестнице. Пойдем вниз. Мир чудовищный. Какой-то катаклизм. Или не знаю, что здесь происходит. Все в полном упадке. Зазомбированные какие-то люди, которыми управляют непонятные личности. Вот как раз здесь сейчас мы видим, как всплывает какая-то подводная лодка. И вот эти личности, люди, вроде одни как бы нормальные есть. Непонятно, то ли они против нас. Ну, вообще в игре кажется, что все против нас. Абсолютно. И... давайте тогда воспользуемся тем, что все против нас и без зазрения совести. Ну что, похитим у них эту подводную лодку. Смотрите, как меняется игровой процесс. Так, ну давайте поплаваем, посмотрим, что здесь такое. Это какое-то здесь погружение. Это батискаф, я не знаю. Но это не батискаф, это какая-то больше на подводную лодку какую-то похоже. Так, вроде сюда. Так. Дно. Попробуем вот это открыть. Ага, ворота открылись, да. Так, а здесь, по-моему, есть какой-то удар. Да. Ух ты, смотрите, какая красота.
Как работает камера в этой игре? Это просто... А музыка? Не знаю, куда плыву. Не, мне вот надо сюда, здесь какой-то свет был. Очень мрачная. Игра мрачная. Ну, Лимба тоже была мрачная. И, надо сказать... Конечно, видимо, это и добавляет еще этой игре такой атмосферы. Но не только атмосфера определяет игру, а как она еще сделана. И эта игра сделана просто великолепно. Уже это фактически памятник геймдева. Я говорю, эту игру будут вспоминать теперь всегда, когда будут, не знаю, других людей обучать игрострою. Так, а мы тем временем к очередной загадке подкрадываемся. И суть загадки заключается в следующем. Что есть у нас здесь... Я-то просто уже эту загадку когда-то разгадал, и поэтому я просто вам показываю, что... Я долго мучился и пытался пробить здесь эти стены, потом понял, что надо всего лишь навсего пролезть в эту дырочку, проломить один кусок стены и плыть сюда вот. Кстати, подождите, а может быть... А, нет. Да, сюда дальше плыть надо. Так. Так. Давайте поднимемся наверх. Надо сразу бежать, друзья, потому что здесь ничего мы не сможем сделать, кроме как, если только по нам не ударят эти бочки. Даже не знаю, что это, бочка, не бочка. Так, благо я уже знал про эти бочки, и я не умер в этот раз. Хотя до того, как узнал... Как проходить это... Так, подождите. А, стоп. Еще рано. Я уже, честно говоря, не помню, что здесь надо сделать, но я знал, что вот эта вот подстава с бочками, она несколько опасна для нас. Так, похоже, еще раз надо наверх будет слазить. Да, я же там теперь этот люк... Так, красный, точно. Красный свет горит. Давайте посмотрим, что у нас тут. Ух ты, и здесь мы выходим, смотрите, на какой-то сад, не сад, какая-то железная дорога или что это. Обалденно. Вот здесь я, правда, случайно разгадал эту загадку. Оказывается, здесь просто надо вот эту нажать штучку. Она почему-то нас вот так вот подпрыгивает. Что она делает, я так и не понял. Для чего это вообще? В общем, как ты ее вот так активируешь и попадаешь сюда наверх. Я уже говорил в первой серии, что есть, в принципе, в этой игре такие загадки, которые без нескольких смертей, ну, пройти просто нереально, потому что... Потому что просто не понимаешь, что надо сделать. Но здесь вот было понятно, я просто что-то как-то не заметил, что там яма. Такая серьезная. Ладно, сейчас еще разочек придется пройти. Видите, даже не первый раз иногда бывают трудности с прохождением. А первый раз тут точно без ущерба никак пройти нельзя.
Ну что ты будешь делать, а? Вот балда. Давай еще раз. Надо разбег больше брать. Не с краю прыгать, а с разбега. Здорово он, конечно, прыгает так. И вообще он спортивный. Я вижу, спортивный малый. Потому что прыгает на бревно и может стоять на нем. Ну. Слушайте, ну прям вообще. Подожди, там сорвался, что ли? Там второй раз надо, похоже, раскачаться и запрыгнуть. Вот именно тот момент, я хочу сказать, я его прошел сразу почему-то. Вот мне трудно было эти баллоны пройти, катущиеся, вот, или катящиеся. А именно этот прыжок как-то он у меня сразу удался. А здесь я что-то затрудняюсь теперь. Знаете, когда я думал записать прохождение этой игры, я думал, что я все-таки молчать буду. Потому что здесь можно ничего не говорить. Думаю, вы со мной согласитесь в этом плане, потому что все говорит само за себя. О, наконец-то нам это удалось. Так. Обалденно. Обалденно, друзья. Вот. Опа. Вы видели? Какая-то тварь подводная. Так, и здесь нам нужно вот что сделать. Здесь на самом деле. Перескочить вот в этот бассейн. Дальше, наверное, вниз, потому что... А, вот куда. Кстати, здесь затопленный мир какой-то вообще. Хорошо, что множество дверей открывается само. Так, подождите, здесь кнопка. Не-не-не, подожди, залезь обратно. Здесь какая-то кнопка. А, я вспомнил, как здесь надо проходить. Сразу могу сказать, что здесь нужно поставить наш плавсредство вот сюда. Потому что здесь образуется, когда мы нажимаем на эту кнопку, образуется такой барьер, который мы не можем преодолеть с помощью даже прыжка этой субмарины. Теперь мы спокойно... Вот этот барьер из трубы вот этой вот. Теперь мы спокойно зато можем в нее залезть. Подождите, или она тут можно... Пешком... А, нет. Подождите, или пешком... А, не-не-не, тут не пешком. Тут надо именно это. Тут нужно... Сейчас перепрыгнуть. Так, а вот это вот, кстати, очень интересный момент.
Как вы видите, здесь мы встречаем то же самое существо, которое мы видели уже ранее. И нам нужно, честно говоря, от него держаться подальше, потому что это непонятно кто. То ли это мужчина, то ли женщина плавает в этом, с такими длинными волосами в свете нашего фонаря. Но оно, как ни странно, я думал, оно сначала дружелюбное какое-то, типа русалки, а оказалось, что это какая-то мерзкая тварь, которая может нас уничтожить в любой момент. А уничтожить она может, просто продырявив наше, этот, как его, наше стекло. Поэтому его надо вот так держать все время на расстоянии, не подпускать к нам вообще никаким образом. А лучше даже сделать вот так. Так. Вот. Фуф, все, избавились. Не стал показывать, что бывает, когда побеждает эта тварь. На самом деле это ужасно, она пробивает нам стекло, не знаю каким уж образом, но она это может. Но вы видите, да, насколько классно все тут сделано. Так, знаете, я, по-моему, вот в эту сторону не плавал. Давайте сплаваем вместе с вами. Посмотрим, что здесь. Удивительно. Сцена, в которую, в принципе, наверное, никто не попадает особенно, потому что мы там двигаемся слева направо. А мы даже посмотрели, здесь какой-то вот... А, это какая-то плотина, друзья. Огромная плотина, что ли. Ладно, пойдемте дальше. Пойдемте дальше и... Сейчас посмотрим, что нас ждет. Судя по всему, здесь берег. Запарковали прямо на берегу. Посмотрим, что тут на этом берегу-то у нас. У нас тут какие-то ворота. Странно. Вперед. Ничего себе, он выжил. Так, кто у нас тут такой? Не могу поднять. Ну ладно, пойдемте посмотрим, что дальше будет. Вопрос только, почему Inside? Внутри игра называется. Так, это у нас переключатель лифта, насколько я знаю. Его надо активировать. Ю. Что это такое тут? Долбит. 19.
странно. Ну, смотрите, а? Подвижно прям это все. Все в игре подвижно, это ходуном ходит, а? Ой, шедевр, шедевр. Поехали наверх съездим. Подсказ, что здесь перейти я не могу. Если только что-то подставить туда. Только после этого. Смотрим, что с этой стороны. А, какая-то клетка. А, клетка с этими людьми. Да, вот эти клетки, они, честно говоря, напоминают игру «Другой мир», «Another World». Кстати, ну это поддос игра старая была, но она сделана, уже ремейк сделали и под планшетники. Вот тоже атмосфера. Атмосфера чего-то подобного. Но там она была как мультик нарисована, 2D такое. А это вообще в 3D, тут это и камера такая. Но здесь, правда, тоже она как мультик сделана. Чувствуется, что... Есть налет таких игр, как Half-Life 2, там, да, вот это вот Another World, Dead Light, Limbo, и же самый. Так, а что здесь у нас? С этой стороны. Я в подвал спустился, там было вверх, а это подвал. Смотрите, здесь есть канат какой-то. Я просто, честно говоря, вот здесь уже не знаю, что делать надо. Поэтому будем вместе проходить. Так, ну естественно я это сдвинуть не смогу. Что ж, пойдем тогда в другую сторону. Пока вообще не понимаю, что тут надо делать. Надеюсь, что сейчас разберемся. Лифт. Хорошо, будем знать. Так, опять эти зомби. Что-то наверху стоит. Как мне наверх забраться? Вот вопрос. Вот вопрос. Тут вода, да? Может быть, через воду как-то? Кажется, что-то типа того. Я не знаю, как эту ловушку проходить. Я, в смысле, загадку. Я здесь еще не играл. Я уже догадываюсь, что мне придется, наверное, по канатам прыгать. Так. Ну вот, вроде забрались. Это здорово. Угу. А, все ясно. А, подождите, я с этой штукой на голове хожу. Класс. Я могу тоже ходить. Слушайте, ну вот смотрите, когда вот они, ну вроде бы. Ничего себе, вы только посмотрите на это вообще класс. Ведь действительно, вот что значит гениально?
гениальный подход. Вот и они могли бы оставить вот эти вот главные штуки, да, ведь одинаковыми, одинаковыми на протяжении всей игры. И мы просто так бы прицеплялись бы все время, да, но ведь здесь они взяли и просто... просто дали нам с ней ходить. То есть постоянно все меняется, меняется, ничего повторяющегося. Именно так было сделано и вот в Half-Life 2, например. Потому что у них точно такой же подход был. Я думаю, эти ребята, которые делали эту игру, они изучали просто такие игры, как Half-Life 2. Именно концепцию, подход в разработке, в создании, продумывание вот этих вот загадок всех. Да, ну я смотрю, вот здесь тоже можно подняться теперь. Посмотрим, что наверху. А наверху действительно что-то есть. Так, а здесь что? А здесь, по-моему, просто ничего. Причем они, смотрите, они бегают внизу и меня как бы страхуют, да? Я, наверное, могу... если прыгну, то могу... Подождите, здесь мне надо просто перепрыгнуть, что ли? А, да, наверное. Да-да-да, надо подвинуть сначала этот. Ну ладно. Они, конечно, меня не поймали, но... Так, давайте все беремся. Ну хорошо, я сюда, например, заеду. Мне, наверное, все-таки надо действительно туда. А зачем? Пока не ясно. Для меня это пока не ясно. Для чего я туда лезу? Внутрь этой штуковины. А, всего лишь навсего, чтобы сюда забраться. Нет. Оказывается, вот что. Я думал, надо разбирать вот этот... штуковину, а оказалось, что нет. Мне надо выйти вот сюда. Понимаете, индивидуальный подход ко всему. Вы чувствуете, здесь... Так, не упадет. А, каждый... Так, и что? Мне зацепиться надо за нее, что ли? А, подождите. Вот что, наверное. А, он не может поднять ее. Ладно. Наверное, надо зацепиться за эту бочку, что ли? Не, а как я... Подожди, может дальше есть проход какой? Нет, прохода нет. Не. А, понял. Подождите, может быть вот так? Под нее подставить? Так, ну вроде действительно похоже на правду. Так зачем мне эта бочка? А, там тоже еще эти ребятки. Ага. Фух, ну я вам скажу, это серьезное дело. Не, ну вы чувствуете, какая странная атмосфера в этой игре, да? Какое-то прям тягостное, гнетущее. Так, всем взяться, да, я так понимаю. И... Что, еще что ли? А, нет, туда пройти мне. Все ясно.
А, и отключить вот это вот какой-то провод, да, опять висит. Подозрительный. Ах ты зараза-то, а? Смотрите, все равно схватили, а? Да. Ну ладно, все ясно с вами. Я говорю, здесь многие вещи нельзя пройти, ни разу не умерев. Подпалил муж, что ли? Хм. Почему они разбежались? Это как-то связано, что ли? С этой штукой? Да уж, друзья. Я вам скажу, это... серьезная такая... а, идея этой игры... что здесь все пропитано каким-то унынием сплошным. Все здесь обреченность какая-то, да, сплошная. И мы вот единственные, кто вообще вот в сознании, грубо говоря. Остальные-то вообще вот бессознательные. Посмотрите. Это кто? Вот кто это? Люди. А люди ли это вообще? Или это не люди? Я так понимаю, наверное, здесь мне уже нечего делать. А, вот теперь они меня схватили. Так, а может быть все-таки это надо катить куда-то? Нет, мне кажется, она до конца рельсов докатится и все, и на этом все закончится. Маловероятно, что она дальше покатится. Хотя мне бы, да, не пошло. Так, ну а мы можем... а, наверное... слушайте, я знаю, как здесь проходить, все понятно. Здесь все ясно, что надо делать. Сейчас я вам покажу. Наверх. Что же, интересно, там громыхает за этим, за этими воротами, которые там сотрясают здесь все вокруг. В этой игре может быть все, поэтому мы можем даже и не узнать о том, что тут что-то такое. Давайте, ребят, сюда. Я уж понял, в чем дело. Вы меня, наверное, просто перекинете на ту сторону. Действительно. Просто, я говорю, это великолепно. Здесь просто даже вопросов нет. Насколько это классно. Так, а тут-то что делать? Хорошо, я сюда залез, а дальше-то чё? Что это? А, подожди, еще одного, что ли, я должен туда отправить? Обратно к ним? Понятно. А, 19, все, я понял, 19 человек. То есть я сейчас собираю всех. Ну хорошо, а где остальные? А, остальные внизу.
Неужели 19 человек я тут собираю? Тут-то, наверное, никого уже нет. А, есть, 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 друзья. Тут же ведь эта клетка. Точно, все понятно. Нам надо собрать 19 человек. Обалдеть. Так, подождите, она сюда не двигается, что ли? Это что, толкать? Толкаем обратно. Я так понимаю, они не убиваются. То есть они неубиваемые. Или это просто какое-то, знаете, такое варварское отношение к этим зомби, которые вообще, они ничего из себя не представляют. Мы просто, несмотря на то, что... То есть, да, несмотря на то, что они могут страдать и прочее, мы на них даже внимания не обращаем, потому что их уже никто не воспринимает как реальных людей. Ну, представьте себе, да, вот были люди, их там подвергли какой-то обработке, грубо говоря, и у них нету больше мозга. То есть, они только тела там, или там вместо мозга им чип вставили какой-то. И... их уже невозможно по факту назвать людьми, потому что они уже, ну, человек это как бы совокупность, да, там вот тело и разума, а если, например, хотя бы одной составляющей уже нет, уже трудно, в принципе, как-то относиться к подобному существу как к человеку. Поэтому это киборг или кто угодно, как хотите его называйте, а по большому счету, а все понятно. Мне еще одного надо. Так, подождите, а что же у меня? Странно, друзья, странно. А, может... А, еще у меня в том конце есть, точно. Я вспомнил, я же когда только выходил, да, сюда попал, в эту локацию, я как раз видел клетку, в которой сидели... еще какие-то вот эти вот, я не знаю, биороботы, как их назвать. Я не знаю, кто это такие. Но так как мы даже как главный герой, это протагонист, да, то есть положительный персонаж, мы с ними обращаемся как тоже с какими-то, как с вещью. Что уж тут. Так, ну все. Подождите, а здесь что? По большому счету нам еще приличное количество-то надо. Так, ага, я понял. Здесь нам надо это, чтобы нас тоже перебросили, видимо. Нет, 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 я свалился. Давай, давай, перебрасывай нас. Не, ну конечно, вот это взаимодействие с ними, я... считаю просто великолепно. Это, ну, ну тут все, друзья, тут все великолепно. Так, а теперь, наверное, наверх, да? Не. А, все ясно как. Все, все ясно, друзья. Это вообще забавно. Ой, елки-палки, классика. Набираем скорость и наверх. Да. И это всего лишь для того, чтобы мне пройти куда-то дальше. Вы понимаете? Так, ну, так, я на всякий случай проверю, конечно, нет ли тут что-то еще внизу, но нет, нет, внизу ничего нет. Зря так спрыгивал. Да, вот это вот мы уже с вами вместе проходим. Не то, что там вот первая часть, где я ознакомился с игрой. Вот, здесь уже, конечно, нам приходится не сладко. Ну ничего, сейчас мы добежим уже, наверное, до того места. Кстати, подождите, а там ведь я скинул этого сверху. Но я его не мог никак пустить по-нормальному. Я его не мог перекинуть к ним. Я бы его не мог... и они не могли стоять внизу в этот момент. Ну, наверное, просто считается тоже как этот так, вес. 19. Ну, его особо не посчитали.
Что это? Что это, друзья? Друзья, я не знаю, что это такое, но мы узнаем это в следующей серии. Спасибо вам за внимание. Заходите еще, было приятно вам рассказать про эту игру. И с вами был Григорий. До новых встреч. Пока.